являюсь координатором штаба оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Сейчас в Украине здесь ко мне домой приехали люди на гражданке, они не показывают документов, говорят, что они сотрудники, не показывают свои лица, снимают на телефон, вот смотрите. Они, здесь вы свидетели, просто жители, да, я против вас ничего не говорю. Вот смотрите, эти люди не показывают ни документов, не предоставляют. Пришли в гражданке и развили мне, смотрите, что они сделали. Я являюсь координатором штаба оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».